Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, я почему-то забыл выключить, вот, я его не включал, у меня уже был включен. Так, ребят, это, не смотрите, это там Plastel Shiny, ничего такого нет. И плюс к тому, он у нас уже есть, ребята, поэтому сейчас это мы выкидываем, и, наверное, дальше мы топаем на прокачку нашей команды. Нам еще осталось прокачать 10 уровней нашему Кёгру, и это, ребята... Предпоследняя команда. То есть еще вот это осталось. И потом Мью и Мьюту. Так, 5 алмазов. Я уже 15 алмазов вроде давал. Поэтому я уже даже и за Мьюту расплатился, можно и так сказать. Фу, ну в смысле еще за следующую команду. Ну что, ребята, давайте дальше. Потопали, точнее. Чем мы его били? Дабл Эджем мы его вроде били. И бодисламом. Так, Sunny Day. Да это пофиг уже, пофиг. Так, вот. Ребята, нам еще нужно прокачать вот эту команду, и в принципе все. И что мы сделаем? То, что мы сделаем, это мы прокачаем в этой серии уже эту команду. Мы успеем ее прокачать, наверное. Если нет, то купим себе Rare Candy, например. Ну и потом Mewtwo. Это, в принципе, там два покемона осталось, и это уже конец сезона, можно сказать. Плюс к тому, ребята, в группе ВКонтакте я уже сделал голосование. Ссылочка в описании. То, что вы можете выбрать стартовика, который вам нравится, выбрать того, кого вы хотите видеть в следующем сезоне. Кингер, ты нам не нужен, да? Вот, то есть вы можете, ребята, выбрать того стартовика, которого вы хотите видеть первым покемоном в следующем сезоне, можно так сказать, какого стартовика мы выберем. Поэтому, ребята, заходите в группу ВКонтакте и голосуйте. Фиг его знает, ребята, кто там будет, может. Ну, как я сейчас заметил в данный момент, это то, что на первом месте лидирует вроде Маткип сейчас в данный момент. На втором месте лидирует вроде Чармандер. А потом идет вроде Снайви. Но больше, ребята, я уже не помню. Вот эти вроде трое покемонов. Три покемона, которые в данный момент лидируют. Поэтому, ребята, вы, в принципе, можете зайти, проголосовать. И может именно ваш покемон выиграет. И, в смысле, мы его потом выберем в следующем сезоне. Так, ребята. Ну что, давайте еще... прокачаем, точнее докачаем тут Кёгру 5 уровней, и потом посмотрим, ребята, сколько нам осталось в общем уровней для прокачки легендарных птиц. Потому что если они не будут наносить никакой урон, то есть если у них там атак нормальных не будет, то, наверное, мы, ребята, даже париться не будем, а просто пойдем купим себе Rare Candy, да и все, и быстренько прокачаем. Поэтому, ребята, наверное, мы так и сделаем. Ну, посмотрим. Тут еще давайте Кёгру 7 уровней прокачаем. И можно отсюда топать. Ну, топать. Посмотрим потом. Может, кто-то еще будет наносить нормальный урон. В принципе, ребята, те же 30 уровней. Тут просто охренеть, как быстро идут. В том смысле, что нам нужно прокачать по 30 уровней сейчас. О, случайно. Вот так. По 30 уровней, потому что легенды сразу же спавнится 70-го. А у нас уже Грудон 100-й, мы его успели прокачать. Мы уже успели прокачать Райквазу к 100-му. И сейчас, ребята, смотрите, что Кёгур у нас уже тоже приблизительно 100-й. Ну, вот это Близ, походу, осталось, и он уже 100-й. Сейчас еще вот эту давайте убьем. И... отлично. Ну давайте, ладно, еще вот эту. Так, такую, так она уже напала, поэтому убить можно. Вот так, ребята, Кёгур у нас уже 600-й. Нам осталось под 12 уровней. То есть нам осталось 24 уровня, нам осталось 30... Нет. 12, 24, 36. Да, 36 Rare Candy нам осталось. Или 36 уровней. А я, ребята, даже не знаю, будут ли они вообще что-то тут наносить Блиссе. Давайте посмотрим все атаки. Скай-атака тут... опа. Скай-атака тут, в принципе, нормально должна наносить. В принципе, тут вот эти летающие атаки Флайинг, они нормально так наносят урона Блиссе. Но, как видите, она не каждый раз попадает.
Или сейчас мы тупо не попадаем? А? Ну... Я, ребята, даже не знаю. Ну, такая, более-менее какая-то атака. Давайте еще раз попробуем. 35 уровней осталось. Ну, вот это ничего. Ну, такой себе урончик. Это, в принципе, тоже. Ну, вот что тут... У Молтреса самая нормальная такая атака. Это, Sky Attack. Но... Хотя фиг его знает. Она, походу, каждый раз попадает. Сама по себе. Но то, что иногда Блисси может уклониться, это фигово. Потому что атак тут немного, а только 5 штук. Ну, в смысле, количество раз, сколько можно использовать эту атаку, 5 раз. Поэтому, ребята, нужно каждый раз лечиться. Опа. Иди-ка ты сюда. 105 уровень, офигеть. А с одного удара, ни хрена себе. Хурикейн, Air Slash. Вот, давайте еще Хурикейн, ребята, попробуем. Где? Вот. Ну, такая себе атака. Sky Attack будет получше, да. Ой. Ну давай ты, давай, 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 напала ты так Блисси. Так, отлично. Молтрес у нас уже, мы, ребята, уже подняли, сколько мы подняли? 1, 2, 3, 4, 6, мы вроде 8 уровней уже подняли, то есть уже 28 раркенди у нас осталось. Еще парочку уровней подняли, то есть уже не 20, не 28, а уже меньше. Еще уровень. Не, ну, ребята, смотрите, в этой серии мы уже и докачали Кьогра к сотому, и, походу, мы уже докачаем и Молтреса к сотому. То есть вот этой атакой... Ну, не скажу, что она прям супер, но все же. Вот ты. Так. Так, отлично. И дальше, ребята. Молтрес. 64... Какой 60? Почему 64? 94. Опа, вас как раз там куча пузатеньких Блисси. Там Мэджикарп не нужно. Нам Мэджикарп, а Мэджикарп у нас уже есть. И Шайн... О, это я на кого накинул случайно? Так, вот так. Отлично. Ну, давайте, ребят, еще быстренько успеем 4 уровня прокачать. И потом еще, в принципе, посмотрим, кто еще будет хотя бы нормальный урон наносить. То есть, может, там Артикуна или Забдос тоже нормальный урон будут. Вот, Хурикейн опять. Айсбим, Гиз. Фиг его знает, если честно. Оу. Вот так. Дальше, ребята. 7 уровней осталось. Ну, Хурикейн уже такое не очень. У него слабенький урон, в принципе. Чё за хрень? Блин, какой-то. Я даже не нажимал на атаку, оно как-то само нажималось и било. Фиг его знает. Баг какой-то, может. Или еще что-то. Так. Вылечим. И... Да чё-то я же попал тебе. Так. Остался, ребята, последний уровень. Еще одну Блисси, походу. Ну давайте еще одну, так уж и быть. Чтобы докачать прям полностью до максимума, чтобы уже даже опыт не шел. Да не Solar Beam, не нужен нам Solar Beam. И. Да, все. Фу, осталось, ребята, 14 уровней, то есть 14 уровней или Забдусу, ну, в смысле, 14 уровней прокачать, или купить просто, ну, не купить, а сделать себе просто 14 раркенди, да и все. Ну, просто тут уже, смотрите, атак нормальных, в принципе, да и нету, как я понял. Хурикейн есть, но... Не скажу, что он прям мощный и наносит огромный урон. Вот видите, а если она еще хилиться будет, то фиг мы ее убьем. Вот. С этим хилом нереальным. Так. О. А у Забдуса, давайте еще у Забдуса посмотрим. Может, у него что-то есть. Опа. А ну. Ща, может он тащить тут будет, ребята. Че я нажал Thunder? Я походу вот эту, да? Опа, ребята, Drill Pack. Это нормальная атака. Нормальная. Рубает. О, вот как раз так нормально. Ща, Drill Pack. Вот так мы будем прокачивать даже, ребята.
Ровно так опыт идет. В том смысле, что если мы его так будем прокачивать, то им идет ровно опыта. То есть мы Забдоса не быстрее прокачаем, чем Артикуна. А в один и тот же момент, походу. Поэтому, ребята, как раз так будет. Что? Сейчас я посмотрю. То, что на Артикуна у нас есть экспешер, на Забдоса нет. А вот это можно снять. Ой, опять выкинул случайно. Вот так. Давайте, ребята, быстренько мы еще прокачаем. В этой серии, ребята, короче, мы уже прокачаем эту команду полностью. То есть там осталось 10 уровней вроде прокачать. Поэтому, ребята, это не так уж и долго. Прокачаем. Даже не 10, а уже вроде 8, что ли. Ну да, в принципе, еще 8 уровней осталось. Не так уж и много. Поэтому, ребята, мы быстренько ее докачиваем. Идем, берем Мьюту. Мью. Начинаем их прокачивать. Вы в то время голосуете в группе ВКонтакте. Опа, сейчас это кончилось. Ну давайте. Вы идете, ребята, голосуйте в группе ВКонтакте, какого покемона вы хотите увидеть в следующем сезоне. И в следующем сезоне мы его выбираем, ребята. И в принципе, какая это серия вообще? Это вроде 146-я. Как я понял. Ну вроде, смотрите, в этой 146-й серии, ребята, мы докачаем эту команду. В принципе, даже мы быстрее ее докачаем, наверное. Мы докачиваем эту команду. Потом в 147 серии мы прокачиваем Мьюту и Мью. А в 148 мы уже, походу, ребята, заканчиваем сезон. То есть нам осталось еще 3 серии. Ребята, если вы не в курсе, то эти 3 серии мы можем выложить сегодня и прямо сегодня закончить сезон. То есть, ребята, как я говорил, все зависит от вас. В том смысле, что если на этой серии набирается 300 лайков, то новая серия выходит еще сегодня. И поэтому, ребята, когда выйдет новая серия, зависит от вас. Че, я случайно на вот этого накинул? На тренера? Где он был? Я вообще чуть его не видел, если честно. А, ну как? Накинула на Белиси, а оно как-то между ее толстеньких форм как-то просочилось и на другого накинулось покемона. А все, ребята, они уже 100 уровней. Все! Фу, ребята, поздравляю, мы закончили прокачку легендарной команды, и все они у нас 100 уровней, даже мы, ребята, не использовали ни одного Rare Candy. Быстро домой. Так, сначала мы это все, Мьюту, сначала мы это все выкинем, в том смысле, это все, походу, нужно просто разложить по сундукам, потому что много вещей, которые, можно сказать, нам попросту мешают. Шапочки у нас есть какие-то? Это можно. Сюда. Это. Отлично. Этот квик давайте себе оставим. Иксизер. Так. Это сюда. Отлично. Все, ребята, закончили мы прокачку нашей команды. Сейчас мы тупо берем и выкладываем ее. Берем Мьюту, Мьюту. Нет, берем Мьюту, Мьюту. Нет, берем Мьюту, Мью. И идем, ребята, прокачивать их. Так, пятый бокс. Да, даже... Нет, ща. Один, два... Все, пятый бокс мы уже закончили. Это уже шестой бокс, ребята. Шестой бокс, команда закончена. У нас остался Мьюту. Мью, ребята, поздравляю. Ну то, что Мью у нас 50 уровень, а не 70. Точно, твою ж мать. То есть ему прокачивать не 30 уровней, а 50. Ну Мьюту может любые атаки изучать, поэтому... Ребята, тут пофиг, какие атаки, не изучать, изучать. А Мью может что-то... Ой. Метроном, да пофиг. Давайте идем попробуем, ребята. Так. И вот так. Фу! Алмазы я уже выкидывал, я за предыдущую команду дал 15 алмазов, поэтому она считается и на эту команду, ребята. Нету смысла нам идти сейчас продавать, хотя потом, может, пойдем глобальную распродажу сделаем. Ну, Мьюту.
3-4 удара ты делаешь. Что бы тебе еще можно... Да, в принципе, ребятам Мьюту же можно любые атаки изучать, поэтому я не знаю, может ему Тандерболт изучить. Хотя я не знаю, будет ли тут Тандерболт нормально урон наносить. Эрдквик тут, в принципе, тоже нормально урона наносит. Мы убили 2 Блисси, Мью дала уже 6 уровней, ребята. То есть даже это, можно сказать, даже не 3 серии, а может сказать даже 2. То есть если мы докачаем их в этой серии за пару минут, да, то в следующей серии это уже финальная серия, можно сказать. Ребята, поэтому ставьте лайки. То есть сезон мы уже можем закончить прямо сегодня. Смотрите, ребята, если в этой серии мы уже все сделаем, то в следующей серии мы уже тупо подведем итоги и закончим сезон. И все, ребята. Офигеть, так быстро сезон? Ну как, не быстро, а вот сейчас, то есть быстро. Что нам осталось сделать, это прокачать Мью, Мьюту и все. То есть вот сейчас мы их прокачаем. За пару Блисси Мью у нас уже 62 уровень. А Мьюту какой там уже? 80-й с чем-то. 85-й. Поэтому, ребята, ставьте 300 лайков. Если на этой серии наберем 300 лайков там за пару часов, то новая серия выйдет еще сегодня. Конец сезона. Плюс к тому нужно будет немного, наверное, подождать, чтобы выбрать стартовика в следующем сезоне. Но сама суть, ребята, то, что сезон мы можем закончить сегодня. Я, в принципе, тоже, ребята, хочу его закончить как можно быстрее. Надеюсь, так же, как и вы, потому что этот сезон уже затянулся. Уже я понял главную ошибку этого сезона. И поэтому, ребята, мы постараемся его закончить уже прямо или сегодня, или завтра. Но будет и так лучше, если мы его закончим сегодня, а не завтра. А завтра мы уже будем думать, какого стартовика нам уже взять. Да ударьте ее, вот. Мьюту 89-й, и мы уже Мью, ребята, прокачали 21 уровень. Так, ну давайте, быстренько, то есть, все. Меньше разговоров, а сейчас тупо. Как засядем тут на Блисси. И вот так, отлично. Тебе. Какой Мьюту? 91-й уже. Офигеть. Так, сама напала. Отлично. 92-й, а Мью 75-й. Так. Отлично, что Мьюту может изучать, в принципе, вообще любые атаки. Это классно. Аурасфер. А ну давайте попробуем вот эту. Где она? Аура. Вот. Ну, не. Эрдквик будет получше тут. Ну, понятно, что получше, в принципе. Хотя тут файт-атаки тоже нормальные, по сути. Поэтому и файт-атаки нормальные, и воздушные нормальные, и стальные нормальные, и вот этот Эрдквик нормальный. Тандерболт, я не знаю, нормальный или нет, но вроде травяные тут фиговые. То есть, толком урона не наносят, слот-пим там наносит вообще чуть-чуть урона. Вот сейчас, когда Эрдквик кончится, можно это и добить. Попытаться добить. Так. Ну что, ребята, Мьюту еще осталось 5 уровней. То есть, если сейчас мы постараемся, то в этой серии мы даже уже докачаем эту команду. Сколько там еще пару минут осталось. И, может, даже еще успеем. То есть, Мьюту мы успеем 100%. Мьюту осталось еще 4 уровня. Даже 3 уже. Да, 3 уровня осталось. А вот то, что Мью еще 18 уровней осталось. То есть, ребят, давайте, поддержите меня, чтобы я успел докачать за пару минут эту команду. Так, отлично. А потом, ребята, я не знаю, когда выйдет следующий сезон. То есть, нужно новую версию скачать. Нужно, может, какие-то еще моды подобрать. Точно! Ребята! Пишите мне и в комментариях. И в ВКонтакте, и в группе ВКонтакте, ссылочка на которую есть в описании. Там же вы можете выбрать стартовика следующего сезона. Пишите, какие моды еще можно установить в следующем сезоне, чтобы это было интересно, чтобы это было, в принципе, увлекательно, и чтобы это внесло разнообразие, можно и так сказать. То есть какие-то там моды на декор, или еще на что-то, или на разнообразную еду. Чтобы мы там супчики всякие ели, гамбургеры. Если это, конечно, будет сочетаться с Пиксельмоном. Потому что есть моды, которые просто не сочетаются. Я помню, в первых сезонах, там, когда еще Optifine тупо не сочетался с Пиксельмоном. Очень лагал, зависал, выкидывал.
Тогда я, в принципе, и устанавливал ее пару раз, но он не устанавливался. Устанавливался, но говорю, ребят, лагал и это все. Сейчас тут уже вроде нормально работает, хотя я как-то не экспериментировал, поэтому ребята не знают. Так, Мью у нас уже, ребята, прокачивается. Мью в том смысле, что ей осталось 11 уровней. Опа. 10 уровней. Все, ребята, в этой... Тут мы уже 100% в этой серии прокачаем эту команду. Что тут осталось? Мью хлопает по 30 кусков опыта. Хавает. Так. Ну? Ну вот, если бы ты еще не хилилась, в тот же момент, если бы ты еще не уклонялась, было бы вообще замечательно. Так, иди-ка ты сюда. Сейчас тебе Мью... Еще раз. И еще... Опять. Вот это уклонение, ребята. Так, что там, босс? Ни хрена себе. А какой босс и где-то... 140-й уровень. Охренеть, ребята. Она, походу, сейчас нам даже втащить не даст. В том смысле, она будет вечный хил. Хотя, сейчас увидим, ребята. Но говорю, что она хилиться будет. Один раз хильнулась, у нее уже фул жизнь. Может, хватит? Ты как, подумаешь, может, что... Ну, за тебя... О, я хочу видеть, сколько за нее даст опыта. Так. Ну, бей ты ее. Все, хара хилиться, Блиси. Твою мать, сейчас я тупо беру Мьюту. Хренак. Ага, да, я даже Мьюту ее не убью. С помощью Мьюту я ее даже... Что может быть худшее по сравнению с Блиси 140-м уровнем боссом, который... которому ты наносишь не прям очень урона, а много, и который, в принципе, там еще босс, и который, которому, в принципе, ты вообще, слушай, иди ты в жопу, что, ребята, что может быть худшее, она тебе не наносит урон, ты не можешь сбежать с боя, это уже было один раз такой, сейчас это повторяется, сейчас у нас уже атаки кончились, что может быть худшее, ты не можешь сбежать. Она тебя не бьет, поэтому она не может убить твоих покемонов. И завершить тем самым бой. Ты ее не можешь убить критом там с одного-двух ударов. Ну, если два удара подряд. Ну, убей ее, пожалуйста. Наконец-то. О, нифига себе, сколько вещей. Это вообще, ребята, с ума сойти просто. Не убежать, не убить. У нее там вечный хил. Какой у нее там хил? Это... Еще и уворачивается, еще и хил. Вообще офигенно. А это кто там? А, ну, в принципе. Ребята. Серия уже, в принципе, немного затянулась, мне так кажется. Но, ладно, давайте уже добьем эти 5 уровней. 4, точнее, да, 4 уровня. Какие 4? Нет, чё-то я... 3 уровня? Какие 4 уровня? Вот, да, 3 уровня. Так. Быстренько. Фу, давай, Мьюту. Давай, просто уже, чтобы закончить этот сезон. Это, ребята, все уже, можно сказать, предпоследняя серия. Я думал, я такой еще минут 10 назад говорил, что вот в этой серии мы докачаем тут Артикуну, Завдуса, да, и вот этих всех птиц. А в следующей серии мы уже возьмем Мью. Твою мать. В следующей серии мы уже возьмем Мью. В следующей серии мы уже возьмем Мьюту. И потом пойдем их прокачивать. Ага. А то мы, ребята, даже не успели докачать нашу команду легендарных, ну, птиц и Гроудона и там, ну, предыдущую команду. Я только сказал, что в следующей серии мы возьмем Мью и Мьюту. Начнем их прокачивать. А я их пошел взял, сюда пришел только попробовать, какой у них опыт будет идти. Только, в смысле, сколько им опыта будет идти. Вот так чуть-чуть, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пум, и они уже 100-й уровень, и, ребята, мы успели на одну серию быстрее. То есть, ребята, я даже не знаю, это, можно сказать, предпоследняя серия. Последняя серия — это конец сезона, ребята.
Поэтому, ребята, давайте на этом уже заканчивать эту серию. Если на этой серии набирается 300 лайков, ребята, за сегодня, если мы успеем набрать 300 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня. И новая серия, ребята, это конец сезона, все. То есть, завтра я не знаю, сможем ли мы начать новый сезон. Плюс к тому, во-первых, нам нужно выбрать стартовика. Это во-первых, нужно выбрать стартовика. А там опрос длится. Вот там... Биджи вот что-то кайфует, крутится, вертится, вот там, уже нет, остановился. То есть опрос у нас длится где-то 1-2, нужно как минимум пару дней, чтобы определиться с выбором стартовика. И плюс, нужно сделать себе еще сборку, то есть новый мод, скачать вот это все и... Ну и другое, да, выбрать какую-то подходящую карту, чтобы мы не заспавнились где-то посередине океана или там где-то еще. Поэтому, ребята, я даже не знаю, когда выйдет новый сезон. Извиняюсь. Но, ребята, вы можете решить, когда закончится этот сезон. А сезон может закончиться уже сегодня. Но если вы будете меня, в принципе, поддерживать, то я как-то постараюсь как можно быстрее новый сезон начать. Поэтому, ребята, давайте заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Набираем 300 лайков, новая серия выходит сегодня. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.